Россия предсказала последствия высылки своих дипломатов из Британии. Высылка 23 российских дипломатов из Великобритании вызовет проблемы с выдачей виз британцам. Об этом агентству РИА Новости сообщили в дипмиссии. Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации, отметили в посольстве. Дипломаты пояснили, что ситуация усугубляется еще и тем, что Лондон не разрешает направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, поскольку не выдает им визы. В дипмиссии считают, что подобные шаги Лондона вписываются в общую линию Британии по созданию трудностей в работе диппредставительства. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией. Скрипаля и его дочь Юлии обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали. В настоящее время они находятся в коме. Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения. В МИД России сообщили, что расценивает слово премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах наказания Москвы как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога, а также пообещали быстрые ответные меры. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.